Парк Изумрудный. Сегодня взгляды барнаульцев здесь притягивают девушки модельного агентства. Прямо сейчас они готовятся к финалу конкурса красоты «Мисс Барнаул», который пройдет 2 сентября на День города. Движения отточены, грация на уровне, но за плечами сотни часов упорных тренировок. На протяжении 3 недель у нас проходят ежедневные репетиции с девочками, красивые мастер-классы. Здесь девочки готовятся очень серьезно к конкурсу. Помимо дефиле у них будет очень красивый танцевальный номер. И будет преджюри у нас на полуфинале 27-го, где девочки расскажут о себе. Поэтому это не только конкурс красоты, но еще и интеллектуальный конкурс. Кроме красоты и творчества, это еще и конкурс эмоций. Справиться с ними на сцене перед большой публикой весьма тяжело. Однако девочки готовы и к этому. Честно говоря, я чувствую кайф. Не знаю, как другие девчонки. Потому что я танцевала в коллективе в «Розе Фибр» на протяжении 15 лет. И для меня сцена – это просто мой родной дом. Поддержать девчонок на финале конкурса «Мисс Барнаула» можно будет 2 сентября на День города. Ставки высоки. У девушек есть шанс попасть на «Мисс Евразия». Это международный конкурс в Анталии. Кстати, Толк является информационным партнером конкурса. На нашем сайте вы можете принять участие в голосовании «Мисс Барнаул онлайн». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с Толком.